На сцену готовятся выйти ведущие фестиваля. Воспитанник Запорожского учебно-воспитательного комплекса «Світанок» Влад Гуцул и известная украинская ведущая Леся Никитюк. Влад волнуется. До этого приходилось вести концерты только в школе. Чтобы выйти сегодня на сцену, мальчик прошел серьезный кастинг. Там было много участников, но выбирала волонтерская группа «Энджел». И там вышло два человека, я и еще один мальчик с интерната. И в нем какие-то недостатки были, и сказали, меня выбрали. Максим Галкин відпочивает, тихенько сидит в сторонке со своей дружиной Аллою Борисовной. Потому что Владик, он очень талановитый, он не боится сцены, он жартует разом со мною. Главная изюминка фестиваля «Гармония сердец» – дать шанс воспитанникам запорожских интернатов и школ социально-психологической реабилитации выйти на сцену с известными артистами. Такое мероприятие волонтерская группа «Angels» и областное управление по делам семьи и молодежи проводит уже в третий раз. Конечно, для детей всегда очень важно. Мы практикуем, когда приезжают известные люди в наш город, обязательно, чтобы они пообщались с детьми, потому что для них это важно, то есть нужно учитывать, что это дети, которые не имеют папы и мам, и то, что есть поддержка вот тех людей, которые уже достигли каких-то результатов, это стимул для детей стараться учиться и, в общем-то, поверить в себя. В этом году участие в фестивале «Гармония сердец» принимают 66 ребят из 8 специализированных учебных заведений области. Концерту предшествовала большая подготовительная работа, полгода кастингов, репетиций и тренировок. Номер мы готовили, мы старались. И я хочу сказать, что Мирослава большая умничка. Она трудилась, у нее когда получалось, она радовалась, когда не получалось, она старалась сделать все возможное, и она ничего не боится, да, потому что на сцене она уже выступала, опыт есть. В свои 7 лет у нее же есть опыт. А еще? Я с 4 годика уже начала петь. Юные участники фестиваля удивляли зрителей вокальными и танцевальными талантами, а сложности композиции могли позавидовать и профессиональные артисты. Специальным гостем фестиваля в этом году стала певица Злата Огневич. С ней на сцене выступали воспитанницы Каменской школы-интерната для слабослышащих детей. Я даже долго не думала, когда меня сюда позвали, почему нет, для детей подарить им праздник, которого у них может быть не так много в жизни. Злата не только выступила на фестивале, но и пообщалась с маленькими запорожцами, поделилась секретами мастерства, дала советы тем, кто мечтает стать профессиональным артистом. Надо работать над собой, это, естественно, верить в свою мечту, верить в успех. Никогда не отчаиваться, если что-то не получается. Стучаться во все двери, даже в закрытые. Приходить и снова стучаться, и снова просить. И не отчаиваться, если не складывается что-то с пением. Может быть, это не твой путь. То есть очень многие считают, что вот петь – это легко, сцена – это очень легко. Но на самом деле это большой и тяжелый труд. Бесценный опыт, новых друзей и, конечно же, уверенность в собственных силах – все это подарило маленьким участникам «Гармония сердец». С каждым годом мероприятие приобретает все больший масштаб. Организаторы уверены, впереди еще не один новый фестиваль. Елена Назаренко, Эдгар Копытов, ТВ5.